На нашем участке числится 1661 человек. Любой, кто приходит проголосовать, первое, что мы делаем, мы меряем температуру, выдаем средства индивидуальной защиты, одноразовые ручки и приглашаем проголосовать. Активно все идут, голосуют, все внимательно там рассматривают, все читают, потом ставят свои голоса, опускают вот сюда. Ну, всех принимаем, всех приглашаем. Это обязанность любого гражданина проголосовать. Конечно, все обязаны прийти на участки избирательные.